Славянские школьники присоединились к всероссийской акции «Неделя без турникетов». Для учащихся станицы Черноярковской сотрудники предприятия «Газпром-добыча Краснодар» провели необычный урок, на котором в игровой и доступной форме рассказали ребятам о своей компании, познакомились с профессиями, востребованными в газовой отрасли. С мероприятия школьники ушли не только с полученными знаниями и прекрасным настроением, но и с подарками. Подробности в следующем материале выпуска. Во всероссийской акции «Неделя без турникетов» компания «Газпром-добыча Краснодар» участвует впервые. Основная идея акции заключается в непосредственном знакомстве школьников с работой предприятия, популяризации инженерных и рабочих профессий и специальностей среди учащихся. Общество «Газпром-добыча Краснодар» выступило профориентационной площадкой для более чем 220 школьников и студентов. «Газпром-добыча Краснодар» уделяет огромное внимание подготовке кадров для предприятия. И мы ежегодно проводим профориентационные мероприятия со школьниками, студентами вузов, колледжей. Эта работа проводится у нас во всех структурных подразделениях, там, где работают наши сотрудники и где обучаются дети наших работников, во всех регионах. Сегодня мы рады, что мы находимся в Славянском районе. Площадка для серьезного, но в то же время интересного разговора о будущей профессии был выбран зал сельского дома культуры. На встречу с представителями крупной газодобывающей компании пригласили учащихся двух школ станицы Черноярковской. Место было выбрано не случайно. Именно в этом поселении расположены производственные объекты предприятия, на которых трудятся местные жители. Школьникам продемонстрировали фильм о деятельности компании, рассказали о работе профсоюза. Молодые специалисты, работающие на предприятии, и победители конкурсов профессионалов мастерства поделились с ребятами своим опытом, раскрыли секреты успеха, в основе которых прекрасные наставники, помогающие освоить азы профессии. И, конечно же, желание учиться, повышать свою квалификацию. Для этого в компании создана система непрерывного производственного образования. В рамках мероприятия для ребят также было проведено несколько викторин на знания рабочих профессий, а также понятия из газодобывающей отрасли. Наиболее активным школьникам, правильно ответившим на вопросы, вручили памятные подарки. Такая встреча заставила многих школьников уже сейчас задуматься о выборе своей будущей профессии, а некоторым, которые уже определились, еще больше утвердиться в своем решении. Я хочу связать свою жизнь с профессией инженерика. А инженер – это же профессия как раз непосредственно нефти и газопереработки. Это очень важная профессия для всего человечества, я считаю. Я бы хотел работать в «Газпром-добыче Краснодар», чтобы внести вклад в развитие нашей страны и нашего общества в целом. В компании «Газпром-добыча Краснодар» пообещали, что подобные профориентационные уроки они будут проводить и в дальнейшем. Встречи со школьниками станицы Черноярковской продолжатся. Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События».